Президент США в адрес России. Более 20 лет назад я решительно симпатизировал русскому народу. Надеялся, что Россия решит свои собственные проблемы и что ее правительство в конечном счете сделается миролюбивым правительством, избранным свободным голосованием. Правительством, которое не будет покушаться на целостность своих соседей. Сегодня же надежда или исчезла, или отложена до лучшего дня. Эта страна, как сознает всякий, у кого хватает мужества посмотреть в лицо фактам, управляется диктатурой столь абсолютной, что подобную трудно найти в мире. Она вторглась на территорию соседа, который желал одного – жить в мире как демократическая страна, свободная и смотрящая вперед демократическая страна. Это сказал не Обама. И страна, на территорию которой вторгся российский солдат, не Украина. Цитата принадлежит другому американскому президенту Франклину Рузвельту. Речь идет о нападении СССР на Финляндию в 1939 году. Но формулировка свежа, как никогда. Не правда ли? В ноябре исполняется 75 лет с начала так называемой Советско-финской войны. Но дело даже не в круглой дате, а в том, что история ничему не учит. Особенно, если страна, как и прежде, управляется диктатурой столь абсолютной, что подобную трудно найти в мире.